Привет всем! Сегодня мы будем делать закуску на зиму из кабачков Uncle Ben's. Что нам для этого понадобится? Кабачки 2 килограмма, перец 5-6 штучек, помидоры 1 килограмм, масло подсолнечное 1 стакан, сахар 1 стакан, соль 1 столовая ложка, томатная паста баночка, вода 1 литр и уксус 100 миллилитров. Значит, кроме уксуса, мы все это складываем в кастрюлю и тушим с момента закипения 20 минут. Далее потом мы с вами встретимся. Ну вот, смотрите, все у нас закипело. 20 минут уже потушилось. Мы выключаем. Добавляем сюда 2 столовых ложки уксуса. Этого будет достаточно, потому что он 70%. И все хорошо перемешиваем. Надо хорошо перемешать. Вот посмотрите, как у нас стерилизуется баночка над чайником. Самый хороший способ, самый простой. Может, любой так. Здесь у нас кипятится крышечка. Ну вот, смотрите, все, мы хорошо перемешали наш уксус. Вот такой, видите, консистенции получается. Вроде всего 1 литр воды, а жидкости немало. Самую норму, потому что кабачок дал сок, томаты дали сок. Далее берем нашу баночку. Все накладываем, мы уже по банкам раскладываем. Она получается, этот салат Uncle Ben's очень вкусный, так что попробуйте. Так, теперь мы берем нашу крышечку. И закрываем. Вот, смотрите, все. И ставим, значит, под полотенце или под одеяло, пока не остынет. Вот такой салатик у нас вкусный получился. Если вам понравилось наше видео и наш салат, наш рецепт салата, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч!